одним ученым тоже работали над созданием различных форм платин, более безопасных, более тропных пораженных клеткам. Ну и тут элитик подвернулся. Вот. А потом, значит, мы собрали, там у нас президентский совет, Арстахан говорит, да, я что, соль, дешевая соль, ну, я, короче, никому не надо. Потом пришли люди, которые сказали, а мы готовы вложить деньги дальше в эту историю. Вот. И они стали это вкладывать, и вот появился, название даже норматив уже было, я уж не помню. Вот. Просто передали всю документацию. И у него там в Америке партнеры, которые тоже заинтересовались. Но помимо того, что он, у него свойство ломать кайф. Вот именно с первых попыток, когда формируется пристрастие, привычка к токсическим веществам. Вот. И вот на этих дозах, и он создался именно с этой целью. А потом оказалось, что он еще там различные психозы, суицидальные попытки, да, очень хорошо блокирует. Даже мы предубойные потери веса у животных, ну, местных генов, когда везут, они худеют, у них стресс и так далее. Вот, а сегодня